Привет, привет! Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет распаковка моего первого заказа из 13-го каталога компании Oriflame. Пришло очень много продукции, тут есть и новинки, и что-то по акциям. Сейчас все буду рассказывать. Ну и, конечно же, начну с самого верха. Здесь лежит один из любимейших ароматов Love Potion Secrets. Когда он с большой скидкой, я все время беру, потому что его и клиенты часто спрашивают, и у меня его очень-очень любит моя дочка. Ух ты! Пробник новинки. У нас выйдет специальный новый тон для лица. Это будет антивозрастная тональная основа с пребиотической сывороткой Giordani Gold. 30 миллилитров. Здесь есть пробник. Я обязательно попробую, запишу видеообзор. И вот чтобы заказать этот пробник, нужно или указывать специальный код 516-556. Вот у меня здесь написано. Но я заказала набором, и в набор входит как раз этот пробник и еще какие-то пробники и каталог. Так, в заказе у меня крем для тела, мед и молоко, бомбический крем, большая банка, 250 миллилитров чистого меда с молоком. Мы все время, я когда начинала еще в Oriflame работать, мы все время слушали историю, как Клеопатра принимала невероятно омолаживающие ванны, которые были наполнены молоком ослиц, и ее кожу натирали медом, и поэтому она была очень молодая, красивая, и в нее влюблялись все мужчины. Мыло тоже из этой серии мед и молоко. Смотрите, как здорово мыло в коробочке. И если мы открываем коробочку, то внутри мыло запечатано в пластик, то есть в такой прозрачный целлофанчик. Это очень хорошо, потому что, ну, это как-то эстетично, очень здорово пахнет даже через упаковку. И я люблю это мыло раскладывать в белье куда-нибудь, где рядом с полотенчиком, не вынимая из упаковки, потому что все равно запах очень вкусный. Хороший презент, если вы хотите кому-то сделать какой-то вот, ну, знак внимания, какую-то приятность, познакомиться с Oriflame, то очень здорово подарить такой кусочек мыла. Это будет просто замечательный подарок. Так, это у меня крем для кожи шеи и декольте. У меня мой заканчивается уже, мне крем понравился, вот такой вот большой тюбик, 75 миллилитров. У него такой приятный цвет, слегка вот как бы полупрозрачный, такой беловатый, и мне нравится текстура, он легко впитывается, хорошо распределяется на зону шеи и декольте. А как вы знаете, что эта зона у нас очень быстро стареет, взрослеет, и за ней нужен особо тщательный уход. Вот, поэтому я себе этот крем, как я уже говорила, буду заказывать всегда, чтобы ухаживать за своей шеей. О, эту продукцию мне положили как официальному обозревателю на обзор. Это новая серия NovAge. Мне положили сыворотку и дневной крем, а я также заказала упаковочку, конверт с полной серией пробников, и запишу отдельное видео, чтобы все попробовать и увидеть, какой будет результат, потому что отзывы уже читаю такие классные, что хочется, невероятно здорово, хочется попробовать. Продукцию NovAge я знаю хорошо, уже много лет пользуюсь серией Collagen, Ultimate Lift, брала True Perfection, а теперь вот у нас будет новинка, вот такая вот сыворотка. Мне нравится и упаковка, и нравится эффект, потому что самое главное, конечно, в этом случае, когда мы ухаживаем за кожей, главное не чтобы была красивая баночка, а чтобы на лице проявлялись признаки этого ухода, то есть уменьшались морщинки, появлялся румянец, чтобы кожа выглядела подтянутой, упругой, чтобы кожа была такая вот моложавая. Поэтому я знаю, что NovAge работает на 100%. Так, далее, себе заказала со скидкой 50%. Так, это у нас какой крем? Я, по-моему, ночной заказывала. Ночной крем лифтинг серия Ultimate Lift. Вот как раз я хочу на зиму собрать себе комплекс, используя для этого скидку 50%. Мне еще нужен будет дневной крем, сыворотка, крем для глаз у меня уже есть, ну и очищение тоже у меня NovAge гель тоник, мне он нравится. Почему именно Ultimate Lift? Именно эта серия воздействует на овал лица, вот чтобы вот этот вот контур, вот это все было подтянуто. И когда я пользовалась до этого дважды
как раз эту серию заказывала. Эффект просто классный, просто классный. Поэтому хочу повторить, хочу, чтобы лицо как можно дольше оставалось молодым и красивым. Далее, сейчас по акции идет такое предложение: если брать по два, например, две зубные пасты, две щетки, или пасту и щетку, то цена получается выгоднее. И здесь у нас паста, по-моему, защитная, не помню, посмотрите в каталоге. Но я, в общем-то, все наши пасты очень люблю, которые у нас в Oriflame, поэтому я их беру всегда с удовольствием и пополняю запасы, когда есть такая возможность. Еще два крема мед и молоко, у меня, кстати, два под заказ. Один я взяла для себя, пока положу к себе в запасники, потому что кто-то сейчас вспомнит, позвонит: ой, мне срочно нужно. Я люблю, чтобы у меня какой-то хотя бы один запас из такой продукции, которая просто по вау скидкам в каталоге, или какая-то хорошая акция. Поэтому я всегда беру, кладу. Я знаю, что это уйдет, точно уйдет. Так, это новинка. Ирис и шалфей, новая серия Essence & Co. Я эту серию люблю. Качество, я думаю, уже все знают, насколько хорошо работает эта серия, какие просто невероятные ароматы в этой серии. Вот такой кусочек мыла 75 грамм с рисунком ириса, просто произведение искусства, настоящий ирис. Ой, как вкусно пахнет! Хочу уже распечатать и посмотреть, что же здесь. Волшебно. Я теперь, наверное, буду эту серию брать. До этого я любила с лимоном и вербеной, все время заказывала, а теперь будет у меня новый любимчик. Замечательно пахнет, цвет такой приятный, нежно голубой какой-то, просто чудо. Но это еще не все, у меня полная серия должна быть в коробочках. Сейчас найдем, посмотрим. Так, тут у меня карандашики, два карандаша. Интересно, вот я не помню, вот этот карандаш откуда у меня, наверное, кто-то заказал. А, вспомнила, это из набора. Так, этот карандаш под заказ, серия On Color. Смотрите, он небольшой, сейчас посмотрю, сколько грамм, 1,12 грамма. То есть карандашик не очень крупного по размеру, но не совсем маленький, то есть такой удобный вариант. Я такой карандаш пробовала, когда делала обзор в бизнес-центре, то есть один раз я с ним поработала. Я помню, что мне понравился по качеству карандаш, достойный, и у него сейчас цена всего 99 рублей, поэтому тоже можно смело заказывать хороший карандаш. Ну, естественно, я думаю, что у каждого теперь в заказе есть омега-3, потому что в этом каталоге омега идет по хорошей акции. И сейчас нас всех, наверное, больше, чем когда-либо, беспокоит вопрос об укреплении иммунитета, о том, чтобы организм противодействовал вирусам, и омега-3 нам в помощь. Нужно пить, желательно, конечно, пить полный комплекс, который у нас собран в коробочке Wellness Pack, но можно собирать и отдельно в баночках, то есть отдельно взять омегу-3, отдельно взять астаксантин и витаминно-минеральный комплекс, ну и из каждой баночки доставать. Вот я еще буду заказывать омегу, надеюсь, вы еще не все разобрали, просто в первый же заказ я не включила все. О, сейчас вам будет интересно. Так, я пока собираю наборчик отдельно, потом вам его целиком покажу. Маска силиконовая, многоразовая маска. Замечательная идея придумать такую маску. Давайте ее посмотрим, как она выглядит, потому что у нас убрали из нашей коллекции маски таблетки прессованные, в которыми мы пропитывали эссенцией и использовали, и теперь вот у нас будет вот такая силиконовая масочка. Попробую, обязательно тоже запишу отдельное видео, сейчас вам просто покажу, как она выглядит. То есть здесь есть прорези под глазки, под носик, и самое интересное, что вот так мы можем одеть за ухи, шучу, конечно, за уши, и прорези для рта.
и эта масочка будет плотно прилегать к коже, и маски или эссенция, которую мы нанесем, будет хорошо впитываться и будет хорошо работать. Все, попробую, прям завтра сделаю. Очень-очень любопытно, потому что я всегда люблю новинки, и особенно вот такие. Тут, кстати, есть инструкция, я это называю гаджетами, то есть это то, что мы используем много раз, и то, что помогает нам упростить нашу жизнь, сделать ее моменты ухода еще приятнее. Так, например, я обожаю наш аппарат Skin Pro Sonic, просто обожаю, всем про него рассказываю, какой он классный, и несмотря на то, что он, ну как бы сказать, не дешевый, но он такой хороший, просто супер. Be Happy — это, кстати, пробники, которые идут в одной коллекции, то есть если вы набор заказываете там одним кодом большим, то каталог и три пробника, и один из пробников я вам уже показывала, это тональная основа новая, вторая — это будет ночной крем из серии Novage, и третий — это пробник нового аромата из серии Feel Good Be Happy, то есть это тот самый аромат, который я обожаю, с красным цитрусом, с красным апельсином. Я хочу попробовать быстрее, я, может быть, даже закажу. Ой, я закажу. Я думаю, что он будет настолько же доступен, как и предыдущие его ароматы из этой серии, как сказать, его сородичи. Пахнет вкусно. Ой, как вкусно. Почему же летом не выпустили этот аромат, когда вот хотелось этого невероятного вкуса? Так, и здесь у меня куча, огромная куча каталогов, уже следующий номер. Как здорово. У меня много каталогов. Почему? Объясняю. Вот здесь целая пачка. А когда делаешь заказ более 100 баллов, вкладывают 5 каталогов. Если заказ больше 150 баллов, то вкладывают 10 каталогов. Естественно, я все эти каталоги беру и я их раздаю, поэтому у меня всегда много заказов, потому что я эти каталоги с любовью подписываю, обклеиваю маленькими такими закладочками и раздаю всем подряд, потом собираю и снова раздаю. То есть это такой процесс, который позволяет получать много заказов и много клиентов, потому что, ну, согласитесь, как бы нужно посмотреть каталог, прежде чем заказать, хотя бы посмотреть, потому что там есть ароматические странички, там есть что почитать, красивые картинки, которые вдохновляют, и уже даже просто глядя каталог, хочешь обладать тем или иным продуктом. Это пудра, та самая рассыпчатая пудра, я вам ее показывала в обзоре, я ее вскрывала, показывала, как она работает, и я уже начала ей пользоваться, потому что мне очень нравится эта пудра, я ей довольна. А эту я взяла, положу или кому-то предложу ее приобрести, или пусть лежит, потому что у нее такая огромная скидка в этом каталоге, я не удержалась, и конечно же я ее заказала. Тут у меня целая коробка интимных гелей, то есть гелей для интимной гигиены, если быть правильным. Пока их только 5, 4 у меня сразу заберут, 2 таких это под заказ, уйдут в добрые руки девушки, которые их заказывают постоянно на всю семью и берут всегда с запасом, чтобы всем хватило. Так, поставлю от тебя вот сюда. Ну и это еще не все, вот я наконец-то собрала набор, который взяла по акции «Жаркие скидки». Почему-то, когда я открыла в воскресенье сайт, там было всего доступно 4 набора, но я не могу сказать, что я какой-то особенно прям ждала, я думаю, ну вот какой захочу, такой и возьму. Ну, я выбрала мицеллярную воду, потому что она у нас часто используется, у меня как раз был запас. Две водички разные, одна Optimal, вторая вот именно с ягодами годжи, и правильно говорю, ягоды годжи и овес, органический овес, вот здесь не написано с чем, как ни странно.
И у меня подружка сразу две забрала. Одну, говорит, поставлю на первом этаже, одну на втором, чтобы в каждой ванной была мицеллярная вода. Потому что, говорит, не знаешь, в какой момент, где придется умываться. Также в этот набор входит механический карандаш черный для того, чтобы рисовать стрелки. И какой-то оттенок стойкой помады, выкручивающейся стойкой помады. Сейчас я посмотрю, какой именно цвет. Так, мне вложили код 305-72, а оттенок такой насыщенный темный цвет, какой-то ягодный цвет. Да, очень популярный, кстати, оттенок. У меня такой часто клиенты заказывают. Буду предлагать. Вот, поэтому взяла вот такой наборчик. Он вышел, по-моему, в пределах 200 рублей, по-моему, я точно не помню, но цена очень хорошая, может быть 300 рублей. Так, и это еще не все. Я не ожидала, что будет такой огромный флакон, посмотрите, 200 миллилитров. Я, честно, даже не посмотрела в картинку в каталоге, сколько здесь объем. Итак, это средство для купания и бритья, то есть оно работает как гель для интимной гигиены. Да, освежает, хорошо смягчает, и можно, оно создает хорошую пенку, и можно делать депиляцию. Супер! Давайте понюхаем хотя бы, потому что это я беру себе. Будем пробовать. Классный продукт, кстати, сразу два в одном. У него нежный, такой какой-то цветочный, сладковатый аромат. Он приятный, ненавязчивый, не такой ненадоедливый. И тут на картинке какие цветочки нарисованы в виде ландышей, очень похож на ландыши, но аромат ландышей, он очень яркий и просто, можно сказать, убийственный, и этот нет. Но это еще не все. Та-дам! Главные герои, которых я ждала больше всего. Это жидкое мыло для рук и тела, и второй — лосьон для тела. Давайте срочно пробовать лосьон. Понятно, что мыло я сейчас пробовать не буду, потому что мне нужно будет ванну, а вот лосьон на руку. Так, сказочно, просто волшебно. Цвет тоже такой нежно-нежно голубенький, даже я бы сказала, какой-то лавандовый немножко оттенок. Как обычно, очень легкий лосьон, впитывается здорово. А так как здесь натуральные эфирные масла, то кожа становится гладкая-гладкая, при этом хорошо так пахнет. Ой, мне прям нравится, очень хорошо, потому что все-таки у нас вот был жасмин, мне тоже нравится, но его только на зиму. Он такой прям вау, насыщенный, яркий, даже я бы сказала, тяжеловатый, то есть летом его просто вообще никак не могла использовать. С лимоном очень звонкий такой, резкий, то есть он какой-то вот чистый, звенящий, такой вот суперский. А этот нежный, очень хорошо. И посмотрите, какая классная упаковка. Вот сейчас у многих людей стоит вопрос, просто вот многие люди озадачены, что дарить своим учителям на день учителя, который будет уже 5 октября. Я считаю, что вот такой набор очень достойно будет. Подберите красивый пакетик, можно, кстати, взять пакетики Oriflame маленькие, можно купить какой-то тоже такого цвета голубого приятного пакетик, будет очень здорово. И если два продукта берете, то скидка больше. Например, вот мыло можно взять и лосьон, то есть мыло в коробочке, лосьон, будет более доступно, или жидкое мыло и такое мыло. Посмотрите по ценам, потому что получается, что весь набор где-то 800 с чем-то рублей стоит, а по отдельности можно там за 400 собрать и за 500. То есть отличные варианты подарочные для педагогов. Или серия мед и молоко, например, взять скраб для рук и баночку медового крема, либо крем и кусочек мыла. То есть, ну, фантазируйте, придумывайте наборы в разной ценовой политике, чтобы у людей была возможность выбирать. Потому что, как я столкнулась вот на своей практике, таким опытом, что люди как будто, ну, не могут
как бы сориентироваться в каталоге, потому что всего так много, глаза разбегаются, они такие: а что же брать, что же заказать, не знаю. И я сразу предлагаю: вот смотрите, вот такой набор стоит столько-то, вот такой столько-то. Я даже сделала картинки сама из каталога, нарезала наших продуктов, вставила, написала уже, сколько стоит целиком наборчик такой, такой, такой. И я сделала в Инстаграм, в наши чаты скинула, в свой чат клиентский скинула, чтобы уже люди смотрели и сразу такие: о, 300 мне приемлемо, заказываю, там 400 приемлемо, 800 нормально. То есть как бы, ну, каждый располагает каким-то определенным количеством финансов, которые он готов потратить на подарок или на подарки. Вот. А некоторые люди, у меня тоже был такой опыт, я предлагала в школах, то есть вот у меня были знакомые, у кого дети, я говорила: вы что-то планируете педагогам своим дарить? Они такие: ой, надо, надо, думаем. Я говорю: хотите, я вам сделаю, ну, озвучу мои предложения, может быть, что-то выберете. У меня выбирали много. Или в организациях, где педагогический состав есть, это университеты, да, там колледжи всевозможные, можно прийти просто и поговорить, предложить свои услуги. Только подготовьте варианты, то есть заранее придите, скажите: такой наборчик будет столько-то стоить, такой столько-то, я могу предложить вот такую упаковку, такую. То есть, ну, немножечко, да, подготовьтесь, чтобы не просто судорожно листать каталог и говорить: ой, я даже не знаю, может вот это, может это. То есть четко, быстро, чтобы не тратить время человека, подготовьтесь, придите с готовыми вариантами, у вас точно будет заказ, даже уверена в этом на 99%. Вот, в общем-то, это все. Коробки пустые, ждите, скоро выйдут еще новые видео с обзорами и этой серии, серии для лица, вот этой вот чудесной маски такой вот необыкновенной. Попробую, расскажу, как мне впечатление, понравится или нет. Я вам желаю классного, удачного каталога, чтобы всем хватило продукции, которую вы планировали и хотели бы заказать и для клиентов, и увеличения клиентской базы. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока!